Ну, приветствую вас, друзья, приветствую вас на нашем канале Сады Мира, и с вами, как всегда, я, Татьяна. И сегодня я вам покажу грушу Вильям. Сегодня у нас уже 10 августа, и сбор урожая этого сорта Вильям начинается с 31 июля до 14 августа. Я вам как-то в видео показывала обрезку груши, и деревья довольно-таки старые. Я говорила, что им уже где-то по 30 лет. Ну и обещала показать, как же они плодоносят. Ну и вот мне выпала вот такая возможность, и я с удовольствием делюсь вот такой вот красотой. Полнейший урожай, уже груша практически готова. И сейчас она готовится к сбору урожая, и мне просто не терпится показать вам ее плодоношение, несмотря на то, что она старая, деревья старые, но плодоношение в полном объеме. Посмотрите, какой формат груши, как и обещали, как и говорила, что вот, да, если можете увидеть, по-моему, груша 250 грамм свободно, 200-250 грамм груша. Вот, как вы можете видеть, плодовые все задействованы. Как и обещали, показывала я вам, как идет обрезка груши. И вот такой вот результат. Несмотря на то, что уже деревья давно взрослые. И здесь схема посадки, конечно же, старая. Между деревьями 3 метра. Сейчас уже совсем другие объемы, и садят на расстоянии примерно 1,20 м, а то и 1,50 м. Это уже новые интенсивные посадки. Но об этом мы поговорим позже, как выдастся возможность, я обязательно об этом расскажу. Ну а сейчас я свое обещание выполнила и показываю вам урожай сорта Вильям в полном объеме на взрослых деревьях. Ну а я буду заканчивать. С вами была, как всегда, я, Татьяна. Ну и до встречи в следующем видео.